На кого училась? На айтишника. Я училась в Московском государственном университете приборостроения и информатики. Но, по-моему, я даже когда выпускалась, он уже по-другому назывался. Когда я выпускалась, короче, я поступала, он назывался МГУПИ, вот университет приборостроения и информатики. А диплом у меня Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники. Типа МИРА, я так понимаю.